24 апреля 2013 года в рамках научно-технической конференции «Неделя студенческой науки 2013» состоялась работа сессии «Основы конструирования механизмов и машин». Конференция является традиционным ежегодным научно-техническим мероприятием для студентов всех специальностей. Цель конференции – представить студентам возможность рассказать о самостоятельно выполненных научно-исследовательских проектах, обменяться идеями и опытом, соотнести уровень собственных разработок с работами других студентов, создать в студенческой среде атмосфере творчества для развития студента как личности, умеющей ставить перед собой цели, выполнять поставленные задачи, формулировать мысли и доносить их до других. Конференция имела конкурсный характер. В ходе работы экспертная комиссия определила лучшие студенческие работы и распределила призовые места. В секции «Основы конструирования механизмов и машин» было зарегистрировано 11 докладов, 6 из которых были признаны лучшими. Лучшие работы публикуются в сборнике докладов студенческой научно-технической конференции «Неделя студенческой науки 2013». Подробную информацию о мероприятии можно увидеть на официальном сайте учреждения.